Всем привет! Меня зовут Стешенко Александр. Я познакомился с Максимом на фестивале Тавале. И дело в том, что мне предлагают сотрудничество в двух женских клубах, так как я специалист по женской психологии, по женским энергиям, по энергиям, которые приносят счастье женщинам. Мне предлагают организовать работу в двух женских клубах. Но есть проблема, как набирать клиентов, как пиариться в интернете, как уйти в сторону вот этих раздавашек около метро, вот этих, от этой столбовой рекламы. И сегодня Максим мне дал идеи, как сделать правильно, как сделать первый шаг, как сделать второй шаг. Ну и как сделать третий, четвертый шаг, я уже изучу этот диск. И буду у него спрашивать через почту, через мыло. В конце концов, он пообещал, что поддержит. Вот. И всем спасибо. Надеюсь поучаствовать в его тренинге, чтобы было все по-нормальному, по-серьезному. Потому что я понимаю, что первое знакомство – это еще не свадьба. Всем привет.